Готовимся к дню открытых дверей. Первый раз, как первый класс. Каждый раз что-нибудь интересненькое, вкусненькое готовим. Куда идем? Мы с пяточком большой. Секрет? И не расскажем мы о нем, а нет, а нет. Да! Да уже. Смотри, какие пейзажи. День открылся. Он уже открытый. Творчество. Назар бомбит. У нас, короче, питомник будет как радуга. И тепло, и свет. Приветик, хороший. Приветик, мой клетки. Привет, мой хороший. Приветик, хороши все реши. Привет, мой сладенький. Привет, мой маленький. Привет, мои сладенькие, мои маленькие. Мои маленькие сладенькие. Мои хорошенькие. Привет, привет, привет. Привет, 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 привет. Сейчас тебя выпустим, выпустим, выпустим. Выпустим. Этот раз у нас уже больше. Вот. Собственно. Кто-то пытается зайти. Открывай! Медведь пришел. Много детей, много позитива. Ну, довольны родители. Мама, мне кажется, что... Какие мне ресницы, все капец! Своими турменским типаж такие. Такая цикава голова, она и цикава. Она такая породная. Мальдяска. Породная такая девушка. Характер у нее такие тоже жесткий. Да, они такие, боже, они так любят, куда там его гладят. Зинек, смотришь? Давай. А не пора ли нам подкрепиться? Сам, собственно, готовит мясцо. Довольно-таки уже пахнет на весь питомник. Да. Люди уже не знают, что делать. Согласен. Что я скажете по этому поводу, Назар? Надо быстрее дожарить его. Шашлык по-кавказски. Все кипит. Да, Кира, скажи, все кипит, да? Все процессы идут. Люди гуляют, дети радостные, правильно? Ну, и вкусно? Тоже вкусно. Да? Я еще не пробовала. Самый вкусный маршмеллоу тут, говорят, да, делают? Тут-то, да, конечно. Ну все. Мене поджарили. Бомба, да? Мне красота.
Возьмем собачек и пойдем по. Полный заряд энергии. Так, дети, а теперь громко крикнули Шамбала. Шамбала! Шамбала! Ура! А я мужик и я. А было скид, что я хожу в горы. Вообще красиво. Идемте. Через сложности, но мы все-таки идем вперед. Два, три, кричим: Шамбала!